Так, всем привет. В общем, новый видеоролик. Кто смотрел прошлую серию, когда там ЧП у нас случилось на дороге, диск лопнул. Вот. Сейчас мы на одной машине ездим. Это неудобно. То Ренате надо по делам, по работе, то мне. Поэтому сейчас едем за свой счет, купим диски. Чеки все сохраню, предоставлю в суд. Потому что на Шкоде диск лопнул. На таком диске уже опасно ездить. Поэтому придется покупать новый комплект дисков. Сейчас выдвигаемся в магазин. Приехали мы в магазин от колеса даром. Тут только два варианта есть на продажу. Остальные все на заказ. Вот так вот. Сейчас еще поедем в другой магазин. Я вот ему под такой же цвет подряд. Будут смотреться, да? Нет, он будет как раз таки интересно смотреться. Они будут выделяться, во-первых. Посимпатичнее, чем были даже, наверное. Ну, эти ближе в кузов, скажем, в цвет, да, кузова, а эти будут выделяться как раз. Смотреться будет хорошо. Ну, наверное. Они дают хорошие. Как будто же чем-то похоже на нашу BMW, да? Ну, современный, да? Такой. Есть. Ну стильный. Да, у них тоже у BMW есть такая, как она, 257, по-моему, модель, как она идет. Тоже есть, она, потом, согласен, да, тоже похожа. Чье стоит, да? Да. Молки под фонус или под фонус? Ну что, ребят, успели мы в магазин, уже темно, по дню покажу. Мы довольны вообще, ну, диски хорошие, короче, купили, прям вообще. Пацаны посоветовали, говорят, будет смотреться заряжено. Опять же, помните, в ролике я говорил, брат у меня машинами занимается. Я ж поехали изначально в колеса даром, там, во-первых, цены вообще не задирают. Во-вторых, все на заказ. Здесь приехали, и выбор был. Да. Вот брат посоветовал. Этот магазин, как этот? Рекорд. 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 Мы прям приехали, он уже закрывается. Все. Тут уже все закрывалось. Мы, пацаны, открыли и этот вот купили комплект. Резин чек взяли, кстати. Вот он. Да. Вот чек. Все в суд нахрен. Ну, диски симпатичные, конечно, взяли. Я уже этот, завтра будем устанавливать. И это, ну, по дню покажу. Все, сейчас машина в деревне-то, Шкода. Сейчас надо нам в деревню выдвигаться. Я говорю, вообще, вот аж злость. Непредвиденные расходы, ё-моё. Ну, ничего, посмотрим еще. Что вообще у меня с этим судом получится? Сколько возместят, как, что? И вот интересно, вы будете на будущее знать. Вот я больше чем уверен, кто-то в такую тему может попасть или попадал вот так вот на дороге и там диски себе гнули. Это такая распространенная тема, и мы все спускаем с рук. Ха. Все с рук, блин. А 50 тысяч на дороге не валяется на эти диски тратить, грубо говоря. И вот на моем, на нашем, точнее, примере посмотрите, можно ли с этого что-то поиметь. Ну, нам говорят, что очень можно. Есть знакомые, кто возместил себе. На самом деле это вообще такой ущерб. Нафиг. И в плане, и опоздали мы тогда. Данька с Викой практику пропустили полдня, потом на следующий день такси заказывали. Короче, волокиты было, ё-моё. Да, время потраченное. Ну. И нервы. И нервов. Чё, мурочка моя, поедем сразу? А, ну сейчас в квартиру заедем, на квартиру. Угу.
Все, короче, поехали мы дальше, ребята. Все, наблюдайте. Ну что, ребята, приехали мы в деревню. Перелаживаем диски. Диски буду по дню показывать уже. Представляете, 19 градусов, да? Судебное разбирательство, серия вторая у вас на экранах. Продолжение следует. Завтра что по плану? Утром поставить уже диски новые с резиной. Вот. Съездить нужно будет в Сулес, забрать бумаги с печатями. И уже ехать в суд. Посмотрим, что получится. Ну еще я на подъемник загоню машину, на всякий случай все посмотрят. У нас здесь сервис, загоню просто на подъемник, мужики посмотрят там уже. Всем доброе утро. У нас сегодня шикарная погода. Идет снежок. Рудка балдеет. Ну все, сейчас еду до родителей. Поеду диски ставить новые на машину. Да, денек сегодня вообще отпадный. Вчера только с Ренатой едем по трассе. Я говорю, блин, снега чуть не хватает. И на тебе. На следующий день снег попер. Ну что, все. Еду менять диски. Сейчас у меня вот такие стоят. Ну, это запаска, соответственно. А будут другие. Запоминайте. Вот такие диски, да? Выхлоп поставил AMG. Вот такие. А будут другие. Сейчас как поставим, покажу. Заднее колесо сейчас сняли, а тут и задний диск у меня оказывается весь он по кругу. Тут там вмятины. Получается, по этой же стороне, по правой, переднее колесо и заднее. Вот я этот диск сейчас снимал шиномонтажки внутри. Вот он погнут. Охренеть. Охренеть. Так, друзья, приехал уже до родителей. Ну, в общем, такие вот я диски поставил. Вчера с Ренатой выбрали. Понравилось нам. Короче, эти диски шкодовские. От Шкоды РС.
Ну, от такой, она... Супербы, они длинные, как лонг идут. Видите, она длинная, дверь сзади длинная. А РС-ки, они как Шкода Октавия РС. Они короткие. Они такие, как бы, более спортивные, да, считаются. И вот они вот... вот эти колеса стоят на ней. А у меня были шкодовские от нее же, вот, до этого, да, оригиналовские. Ну, я поставил такие... как вам сказать... ну, вид есть, на шиномонтажке, говорят пацаны, классно выглядят, симпатично. Как бы сама машина по себе, она выглядит более элегантно, да, так вот. На ней неохота быстро ездить, то есть, ну, такая вот, да, для комфортной езды. А эти диски чуть-чуть придают такой, чуть-чуть молодежный вид, более спортивный. Ну, плюс вот хром на дисках есть, у меня вот хромированные элементы. И еще что хотел сказать. Я, кстати, недавно с Ренатой разговаривал что-то за машины. Хотел сделать антихром. То есть вот эти хромированные элементы, которые есть на машине, перетянуть в черную пленку все элементы. И вот теперь, знаете, такое у меня двоякое чувство. Может и не делать, оставить хром как есть, все в оригинале. Потому что диски тоже есть на них хром. Они черные, хромированные. Такие вот дела. В общем, ребята, знаете, по итогу, что случилось? Помимо, что у меня один диск справа был помят, да, задний правый также был помят диск. Вот он у меня лежит в багажнике, сейчас еще не разгружал. И правое переднее колесо, сам баллон, там трещина в нем. Вот этот баллон нужно менять. Представляете, в нем трещина. Ну, опять же, я не буду уже, блин, куда такие затраты? Что мне еще комплект зимней резины покупать? Уже на следующий год новый комплект купить резины. Постараемся в Оренбурге найти. Вот у меня резина Йокохама. Йокохама. Вот такую же резину найти. Один баллон. Забыл радиус. Сейчас, там не видно пока что. Ну, в общем, такие вот дела. Вот так вот выглядит машина. Может, комментарии напишите, как вам. На самом деле это у меня не выхлоп, я пошутил. Это просто собирается конденсат. Там просто отверстие, где он выходит, подзамерзли. Сейчас машина прогреется и все уберется. У нас погода, вон как снег фигачит, видите, да? А мне вообще, по идее, сейчас еще в Сулецк ехать, но я уже не успеваю за этими, за бумажками. Чтобы за которыми все зафиксировано, бумажки забрать для суда. Вот так вот, не успеваю, потому что сейчас еще дорога метет. Я вообще не знаю, и в Оренбург уже, знаете, вот с годами, с опытом, головой соображаешь конкретно. 18 лет меня никакая погода не остановит, а сейчас мне-то уже возраст. Уже соображаешь башкой, что в такую погоду лучше не ехать. С годами понимаешь, как родители всегда правы, когда там отцы говорят особенно. Мамы-то всегда переживают за мелочи. Вот отцы в такую погоду говорят, не этот, не вздумай ехать, пережди. Потому что вот так сейчас снег метет в деревне, а на трассе, на чистой, там вообще будет капец, ничего не видно. Сейчас вот не знаю, диски перекинул. По плану, да, вот Сулецк съездить, но, наверное, перенесу на завтра все это, на завтра, на утро. Пока что не знаю, сейчас такие мысли. Может, чуть-чуть успокоится погода. Ну, знаете, симпатично. Вот сейчас по кругу хожу, присматриваюсь на машину, с вами разговариваю. Мне нравится. Я, знаете, единственное, что переживал, что черные диски, они типа колеса уменьшат. Ну, черное же уменьшает. А на самом деле с этими дисками колеса еще кажутся, ну, прям... такие, на размер побольше. В общем, такие вот дела, ребята. Так, ладненько, буду разгружать диски. Правый диск задний тоже отремонтирую, чтобы был отремонтирован. Все в суд буду предоставлять. Посмотрим, что с этого получится. Посмотрим, ребята.
У родителей чуть-чуть снег почистил. Сейчас поеду еще дальше по делам. Диски занес. Все. Поехали. Короче, что будет, рассказать, показать, включусь. Здрасте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Короче, сейчас после мойки заехал покушать до мамы. И смотрите, что она сделала. Накрошила салата. Я говорю, и что, мне прямо отсюда кушать? Да, что, говорит, съешь. Тарелка, блин, больше меня. Вообще прикол больше-то. Поросенку. А, ешь. Нет, ну а да что ты можешь кушать? А это... Нам ты с чем будешь? С кетчупом. Спасибо. Спасибо, дорогой мой человечек. Так, всем добрый день. Я уже в Сулек заехал за бумажками. Деду забирать. У нас, ребята, второй день. Снежок. Сейчас вот солнышко вышло. Чем-то весну напоминает сейчас погода. Прям вот, буквально 10 минут назад, как солнце вышло, моментально все подтаивать начало. А, вон, минус 1.5 градуса. Вот так папандос, ребята. Приехал в отделение, а мне говорят, этот кабинет работает понедельник, пятница с 10 до часу. Вот так вот. Ребята, жесть! Фура на встречку вылетела, смотрите. И задним ходом едет, да? И на самом деле, ребята, это просто так зацеплена фура, ее сзади тащат. Ой, спереди ее тащат. Она мне, кстати, по трассе попадалась, не успел заснять. Но я охренел, по трассе еду. И не пойму, думаю, машина типа сломалась, вот так на встречке, короче, стоит. Начинаю притормаживать, а она как будто быстро задним ходом едет. Я такой вообще не понял, ё-моё. Обгоняю, а этот... Ну, там просто голова без прицепа. И её тащит такая же башка. Ну, я охренел, если честно. Не успел заснять, а сейчас вот, пока я их обогнал, и они уже вот... Как раз с Улецки мне попались. Вот, ребята, смотрите. Яма на яме. Просто нет слов. Представляете, вот так вот будешь ехать ночью. Особенно, если ты дорогу не знаешь. Ну и все, и дальше уже более-менее она заканчивается. Тут надо петлять, короче, по дороге, аварийные ситуации создавать. Ребята, приехал домой. А тут-то просто, смотрите, замело, даже следов нету, как я утром выезжал. Охренеть. И снег жестковатый, такие переметы. Вообще намело. Че? Устроим небольшой тест-драйвчик. Объясню вам, как надо ездить в таких местах. Кто не знает. Дэшка и положение вручное. Чтоб у вас коробка не перещелкивала с первой на вторую, с первой на вторую. Никакая коробка этого не любит. Все, включили. Вообще, ребята, замело. Даже придется и заднюю включить. О, сейчас назад отъехал. Смотрите, какие. Смотрите, как намело. Ой-ой-ой, на мойку надо будет ехать.
диски попало. Смотрите, как намело. Прикиньте. Смотри, какая толщина. Вот когда в диске у вас набивается снег, ребята, нужно заехать на ближайшую мойку и споласкивать. Потому что уже как бы этот... В руль может отдавать по трассе. Чик. Назад сдали. Показал вам. И вот теперь также положение ручное. И поехали. И приехали. Обратно ставим ручничок и по все. Балансировка будет нарушена, если вот с забитыми дисками ездить по трассе. Опасно. Друзья, включение у родителей. Смотрите, возле двора какую плантацию очистил снега. Смотрите, какие сугробы. Плантация огромная. Бате нравится, когда вот так возле двора очищено. Ну, вот, видите. Что под гараж. Ну, а по-другому, конечно, никак и не почистишь. Потому что гараж вот, тут ворота, тут калитка. Вот такая вот огромная плантация. Еще и до дороги. Аж подустал. Также там за двором, ой, за домом тоже есть подъезд, чтобы яму выкачивать сливную. Тоже очистил. Там не буду показывать, там не видно. Тут хоть свет есть. И вот отмостка как идет возле дома, тоже очистил. Потому что когда таять начнет... Ну его нафиг, не надо, чтобы на отмостке было. А вообще, сейчас во дворе еще даже не начинал, тоже много. Вообще снега навалило. Вот хочу подснять. Вот все очистил идеально. Завтра, если будет снег, наверное, все заметет. Такими дела. Погодка хорошая, тишина стала. Весь день мело. Вот выход во двор. Даже... Дверь до конца не открывается. Смотрите, сколько снега. Здесь вообще тяжело вытаскивать. Его, ну, никуда не кинешь, только лопатой выносить. Долго, точнее, долго. Вот сейчас буду здесь чистить. Уже во дворе кидаю. Остался.
кусок вот последний остался докидать эту кучку. Уже и до барона прочистил. Там барон, родительская собака, охраняет двор родителей. Вот. Фух, погода хорошая. Ну, много перекидал, очень много намело снега. А чё, завтра батя выезжает домой, чтоб приехал, не кидал. Надеюсь, не заметет завтра. Такие вот дела. Вот за этими воротами боковыми тоже все откидал. Все, теперь можно и покушать. Вон какая вкуснятина. Рассольничек с мясом. И с луком, самое главное, люблю. Лук, чеснок на ужин, красота.